Так, 7, 8, 4, 8. Меня пустили. Я в Париже, и первый раз за все время меня ни о чем не спрашивали, не ебали мозг на проверке. Я, короче, еду с новым чемоданом, не с моим. Я хуй знает, как он выглядит. Я знаю, что он черный. Блять, ну это, наверное, мой. А вот, штрих-код спасает. Народу пиздец в аэропорту. Это я вам сейчас свободную часть показываю. Там людей миллион. Первое, наверное, с чем я сейчас разберусь, это сим-карты. В Дубае я уже оплатила свою eSIM-карту, потому что сказали, что здесь типа все работает. Ты заходишь на сайт, выбираешь тариф, сколько дней тебе нужно. Типа у меня получилось на 10 дней 2100 рублей. Сейчас будем проверять. Покажу, чтобы вы тоже, если что, не тупили сайт. Если что, тоже прикреплю. eSIM, вот, по QR-коду. Она должна как-то активизироваться. Да. Если все работает, то я охуею. Вы не стоите никакие очереди, не покупайте никакие сим-карты, а просто к своей существующей прикрепляете виртуальную симку. Ну и хорошо, что сейчас вообще есть интернет, потому что я помню, когда я была лет 13 назад здесь, то даже интернет здесь был в аэропорту платный. Позже вернусь. А, нет. Тарифа завершена. Я все подключила, 5G работает. Нужно было просто включить роуминг данных, чтобы он был включен, и все. Так что теперь у меня есть интернет, он у меня есть. Дешевый. Сейчас пойду ебать мозг дальше, потому что нужно будет ехать до Парижа. Потому что Париж отсюда находится в часе езды. Огромный аэропорт, блять, несколько терминалов. У них еще разветвленности. Здесь миллион всяких касс. Хорошо, что у меня карта работала. Один чувак вообще сказал, что, типа, блять, проблемы с поездами, сейчас ты не уедешь, иди бери на автобус. Короче, какая-то хуйня. А другой чувак сказал, все нормально, иди, все работает. Бонжур, ёпта! Собираем и проходим. Бежала, все окей. Я успела. Закинула свои меховые ноги. Через час я должна быть в Париже. В целом, я очень хорошо справилась для своего мозга. А я пока съем кексик, который мне дали вегетарианский в самолете. Только вышла из метро. Смотрите. Охуенно, это какой там Эйншт, тра-та-та, какой-то храм. Мне нужно сначала скинуть вот это все. Блять, красиво как. О, за что я люблю Европу, за вот эти вот пиздатые улочки. Однозначно в это местечко я бы хотела вечером сходить. Так получилось классно, что я ехала, ну вот на этом РЭР, который типа поезд от аэропорта до центра города. Там можно было выйти в целом на любой станции. Я не знаю, как я так вышла, совпадение, но мне типа 8 минут пешком до дома, где я остановлюсь. Пишусь на пару дней. Господи, как я поэтому скучала. Обожаю Европу. 8 минут и будем вламываться в чужой дом на вписку. Потому что, скорее всего, там никого не будет, и мне придется самой как-то открывать дверь. Да, я буду как ебучий турист. А, как я скучаю по городскому типу. Потому что в Таиланде, сами понимаете, блять, пальмы вокруг все время, и там нехуй делать. Ну, по факту. Я же не один раз говорила. Так, ну что, вот мы уже подошли к месту, в котором, типа, я буду вписываться. А, вот я ее открыла. Короче, я набрала здесь код. Мне его, естественно, дали заранее. И здесь, типа, система как на Airbnb. Ой, бля. Хорошо, что уже хоть дом нашла, блядь. Так, ну что, я приехала, я уже заселилась. Моих ребят пока что нет, которые меня сюда вписали. Здесь у меня сил мало, на самом деле. Хотела показать видок. Но, блядь, там подъехала мусорка ебучая. Вот вверху, смотри. Вот мусорка. Классические такие вот, как французские, да, и питерские. Кошечки. А вот ставни есть, видите? Или как он это называется? Уличный шум, это, блядь, такая тема, по которой я скучала, блядь, все время. Квартирка комната небольшая, но, тем не менее, все удобно. О, все, я быстро иду в душ, потом пойду прогуляюсь, чего-нибудь красивенькое, куплю бутылочку вина ребятам. И вечером мы пойдем в бар и на какое-то еще дрэг-шоу. Париж охуенный. Не знаю, что вам сказать. Здесь нужно быть, приезжать. Наблюдать это невероятно. Особенно, блядь, под дождем, конечно, да? Под звук дождя. Заебись, пробежал. Подходим к египетским горушкам. Я вот была здесь несколько лет назад. Все равно охуенно, каждый раз приезжаешь.
такую красоту. Пиздец, очереди, ёбаный в рот. Надо посмотреть, на когда можно будет записаться. Штука, если вы учитесь где-то в Европе, то вы в любую хуйню можете приехать, в любые музеи абсолютно бесплатно, сколько бы они ни стоили. Вот, поэтому я стою вот в очереди. Сейчас ко мне еще подойдет новая подружка из Италии. Мне кажется, что я там уже была, но это не точно. Короче, и обязательно записывайтесь заранее, потому что я очень хочу попасть в катакомбы. С черепушек стены, может быть, видели. Короче, подземные истории. Фишка в том, что я сегодня посмотрела, и на всю неделю вперед, еще больше, все забито. Единственное место только в день моего вылета, но я буду вылетать, поэтому походу не судьба. И вроде бы как здесь можно поснимать чуть-чуть на GoPro. Я на всякий случай уточнила, но на самом деле сказали, да, почему нет, но в их глазах нотка сомнения была. Помимо экспонатов, дохуя людей, очень много людей. Если вы хотите что-то сфотографировать без людей, у вас нихуя не получится. Но я думаю, не за этим сюда в основном идут. Сейчас мы идем вроде как, направляемся к известной картине Мона Лизы, чтобы вы понимали, сколько здесь людей. Красиво оно выглядит, как в целом все церкви Европы. Вот мы и вышли из священного места, а теперь можно показать вам очень красивое местечко. Там открывается очень красивая панорама, сейчас я к ней спущусь. Красивый вид. Кстати, обратите внимание, сколько вообще замков, то есть вот это заборы, туда дальше все это усеяно. Пиздец. Прям плотником.
А у этой стены есть название какое-то? Ну, вот стена любви. Стена, я тебя люблю. Стена? Да. Я тебя люблю. На каждом языке здесь можно, кроме русского уже. А, я тебя люблю, я тебя, наверное, я увидела. О, блядь, выдала себя сразу, да? Короче, мы искали, думали, что все-таки даже русскую надпись сорвали, стерли. Но нет, на каждом языке написано, разве что я тебя люблю. Новый день, новый проебанный день в плане для вас, потому что я нихуя не снимала. Вчера я тусила, пиздец, наконец-то. Я так радуюсь всегда, когда нахожу какой-то техно-клуб в Европе, потому что это пиздатые тусы с пиздатым музлом. Дарк техно, в частности, потому что я это ищу постоянно. Мы вчера тусили в клубе, там вот атмосфера просто охуительная, большое смешание людей в плане, типа, микс. Чернокожие, белые, мне кажется, даже в какой-то степени чернокожие, они даже больше привилегий. Тусовка была прям охуенная. Конечно, качество бухла полная хуйня, поэтому я даже крепкие напитки больше не брала. А я пила просто пивас, и, что очень важно, из закрытой бутылки, и похуй, и что пиво стоило, блядь. Одна бутылка, сколько, 8 евро. И напоминаю, что еще ты туда сходишь в клуб. Клуб стоил 13 евро за одного, за билет. Ну и где-то сколько я там выпила бухла. Ну не так уж и много, но в целом, когда идешь в клуб здесь, если ты любишь за себя сам платить, то тебе нужно рассчитывать так, типа, 50-70 евро. Сегодня я гуляю вот. Еще осталось минут 20 прогуляться, потому что я сегодня уезжаю в Швейцарию. Я должна была ехать туда на поезде. И дело в том, что там билеты стоят пиздец сколько. В одну сторону на поезде стоят там 200 с чем-то евро. То есть туда-обратно 450, да, округлим. И чтобы вы понимали, я туда еду на один день всего. Ну, типа, на один день ехать, тратить такую сумму, а еще если оставаться на ночь, то это пиздец. Мне это не подошло, но, тем не менее, я очень сильно хочу посмотреть Швейцарию, потому что я там никогда не была. Типа, пока я во Франции, что мне туда не сгонять? Надо завернуть, чтобы мне не дуло очень сильно. Поэтому сегодня у меня автобус. Тут есть такая новая услуга, называется «Бла-бла-бас». Не знаю, насколько это отличается от обычных каких-то коучей. В общем, посмотрим. Поэтому в одну сторону у меня обошлось там типа 70 долларов, а в другую там типа 80. 150 долларов вышло туда-обратно за дорогу. Дорога, конечно, займет мне 15 часов в одну сторону, но мне не нужно либо оставаться у кого-то ночевать, либо мне не нужно платить за ночь. За ночь в Париже, да? Плюс я сегодня вечером выезжаю, работаю пока в автобусе, помонтирую вам видео. Я приеду рано утром в 9 утра в Швейцарию. Там я типа потусуюсь весь день, погуляю, пошароеблюсь. И после этого меня будет ждать автобус вечерний. В обратную сторону мне точно так же 15 часов ехать. И все, я здесь уже буду, ко мне приедет мой друг из Италии, Витя. И, собственно, у меня там будет уже день рождения, тра-та-та. Ну и, короче, останется буквально 3-4 дня, чтобы потусить здесь. Пиздатые места, конечно, мы ходили разные. Вот, но, тем не менее, снимала все равно мало. Так что, все, я пиздую домой, мне надо быстро собрать чемодан, чтобы его оставить здесь у ребят. И налегке поехать в Швейцарию. Блять, я прям в предвкушении. Ох, ребятушки, во что нахуй я вписалась, блядь. Хорошо, что я уже успела на вокзал. Это радует. Но как-то я не могу найти свой автобус. Сейчас вроде подхожу. 10 минут осталось до отъезда. Ну, хорошо, что не одна минута. Так бы я точно уже проебалась, как обычно. От метро, на самом деле, близко. 5 минут идти, говорили, что 15. О, нашла свой автобус. BlaBlaCar Bus. Это вот штука новая в Европе. Мне даже некоторые друзья просто спрашивают, потом расскажи, как. Автобусы просто миллиард, все в разные направления. Блаблакаров тоже дохуя, поэтому лучше заранее приезжать, искать их несколько. И не все водители, блядь, разговорчивые. Вот такое-то блок, будет указан на нем именно номер автобуса вашего, будет написано платформа. Блаблакар. Посмотрим, насколько там комфортно будет ехать. Сейчас буду пиздеть и проебу автобус. Ебать, я приехала, но пока что только в Брюссель. Как хорошо, что я взяла зонт, ёб твою мать.
Потому что я единственная с автобуса пошла сейчас, блядь, как не совсем бедный родственник. Все равно он меня мало спасает, но это лучше, чем ничего. Приехала, и Брюссель меня встретил такой вот прекрасной погодой. Не знаю, куда идти, что делать. А мы с вами идем, хуй пойми куда. Ну, я вбила, короче, Ратушную площадь, ну, типа основную. До нее идти мне 25 минут. Я, конечно, могла сесть, просто посидеть. В Старбаксе могла бы кофе выпить. Но решила, может, лучше пройтись. И то хуй знает, куда я иду. Блять, забавно, но здесь вот прям сразу, посмотрите, центр развлечений. Такие штуки. Можно поиграть. Понятно, что для детей, но в целом, блядь, как бы ты только от баса отходишь, и вот у тебя сразу же моментально такая красота. Ну, конечно, погода пиздец, что уж поделаешь. Смотрите, как красиво. Ой, зеленый свет как раз нам. Обойдем просто немного. Смотрите, как разноцветное, такое яркое, как я люблю. Ебать, я везунчик, конечно. Понимаете, да? Какой ливеняга. Кстати, везде фрукты, овощи тоже продаются на каждом переулочке. Пока я иду в сторону Ратушной площади, я увидела, что там есть какая-то известная статуя писающему мальчику. Все такое отсвечивается, красивенькое. Вот, трусы мужские, зигшоп, наверное. Блядь, я сюда сошла. Закрыто, но это для мужиков, наверное, только. А вот писающий мальчик, как раз только это не тот, который нам нужен. Вот мы подошли, посмотрите, какой у нас переулочек прикольный. И вот писающий мальчик. Сып-сып. Вот такой вот. Насикал так насикал. А мне вот, блядь, еще предстоит это дело, я даже не знаю где. Ну вот. Блядь, я сейчас так захожусь, засмотрюсь. Кстати, наверное, мне нужен тоже магнит, если я тут... Ладно, на обратке зайдем. Голова разрывается, потому что так красиво, так прикольно. Очень уютный городок. Я когда вышла, я такая смотрела, думаю, ебать, тут это криминал один какой-то, походу. А тут так красиво. Супер уютненько, вон собачки. Да блядь, Валя, хватит отворачиваться к ним. Ну чё, готовы? Ну, смотрите, как красиво. Мне кажется, я удачно выбрала время, что здесь вечером красивее, чем днем. Конечно, хотелось бы и утром, и вечером посмотреть, но блядь! Посмотрите, все такое в золоте, хоть я и золото не люблю. О, сторис ебучая загрузилась. Естественно, рассказать вам ничего об этом не смогу, потому что я ничего не знаю, но у меня была галочка просто. Галочку надо было поставить, что вот пока пересадка была, успеть ходить посмотреть. Я думаю, я сейчас очень, конечно, пожалею, что я вообще выходила, потому что у меня единственные кроссовки, единственная кофта, которая мокрая. Сейчас я охуею ехать в автобусе, но зато мы с вами посмотрели эти кроссовки. Конечно, все бы это детальнее посмотреть. Как-нибудь в следующий раз. Ой, ну красиво, красиво, красиво. Так, ну что, вот он мой хуй. В какой-то веке я его решила уже открыть. Жду автобус, пока приедет. Уже не такой красивый, но я буду пробовать. Вообще, конечно, вафли я не сильно люблю, но как бы вот с таким хуем я. Вкусно. Особенно, блядь, с голодухи. Я в Цюрихе, Швейцария. Я приехала, блядь, я в Цюрихе. Сейчас, ну, август. Сейчас, блядь, типа лето. И здесь 13 нахуй градусов. Холодно, пиздец. Еще скажу про бла-бла-бас. Это очень нормальная тема. Обычный, удобный бас. У тебя там и зарядка есть, и все что угодно. Никогда здесь не была. И сегодня, блядь, у нас тут осень. Сейчас 9 утра. В округе никого нет. Кстати, какой день недели сегодня, надо посмотреть. Воскресенье. Я, блядь, еще приехала, получается, в тот день, когда нихуя ничего не работает. Я не знала, что сегодня воскресенье. Для меня, блядь, каждый день воскресенье. Хотела рассказать про историю еще с автобусом. Когда я стояла на остановке, я начала смотреть билетики. И что вы думаете, блядь? Я купила билет не на сегодня вечер, а на завтра, блядь. Так нельзя, потому что у меня завтра во Францию, уже в Париж приезжает мой друг Витя. Ну и у меня 8-го ДР сразу. Вот так улицы Цюриха выглядят.
Понятное дело, блядь, можно даже назвать осенний Цюрих или даже немного зимний. Короче, вот, стою я, значит, на этой остановке, уже собираюсь отъезжать, проверяю билеты. Чисто случайно глаз мой падает, выпадает, блядь, от ахуя, потому что билеты взяты не на то число, а это типа $85 на минуточку. И я такая, ёбаный в рот, что делать? А мне нужно обязательно уехать сегодня вечером отсюда. Я выделила специально ровно день, чтобы побывать в Цюрихе. И, блядь, мне пришлось менять билеты, точнее не менять. Там очень тупая система. Если ты меняешь билет, тебе нужно сначала за него доплатить, а потом он типа тебе возвращается к тебе там на почту в виде ваучера, который ты можешь потратить в течение года на бла-бла-бас. Лучше посмотрите вот на красивое здание с мостиком, как панцирь по черепашке, очень красиво. Поэтому мне пришлось купить новый билет, там, типа, за $82. Со старым я пока ничего не решила, потому что, anyway, я не могу им воспользоваться. Я не то чтобы, ну, я не расстроилась, но я такая, блядь, больше подвинщиком покупать билеты не буду. Я так себе постоянно говорю, но все равно, блядь, все время покупаю не те билеты. Ну что, вот мы подошли к мостику какому-то. Отсюда очень красивый вид открывается. Я наслышана, что здесь типа чистая вода, но вот это вот город. И, блядь, вода, во-первых, голубоватого оттенка. Во-вторых, она, блядь, сука, прозрачная. Я вижу камни. Прикиньте, городская, блядь, вода. Смотрите, а там вот горы. В Москве, в Питере, да, там, блядь, вот эти вот коричнево-зелено-хуй пойми какого цвета воды. Ты, блядь, боишься туда смотреть, вдруг какой-нибудь карась-убийца вылезет. Вот, блядь, моя компашка. Деды одни. Да чего я, блядь, скатилась, ёбаный вот. А еще хотела сказать, что там же была граница между Францией и Швейцарией. И, блядь, у нас всех паспорта проверяли, у меня было дохуя вопросов, больше всех, конечно же. Мою сумку пересмотрели, блядь, полностью. Мой там пирожок, да, пирожок вывалился, выпал, блядь, ну это вапля. Пока гуляю по улочкам, очень все похоже на все остальные европейские города. Смотрите, какие маленькие узенькие проходики у нас есть. Где куча магазинов, которые, естественно, закрыты, потому что сегодня воскресенье. Вот я выпила пиво, съела картошки, ничего не сняла, но фотка есть. Смотрите, какие толчки увидела, прикольные унитазики. Две рекомендации, которые я вам дам для посещения Швейцарии, а конкретно... Где мы, блядь? Я забыла. Рил забыла, блядь. Швейцария. Цюрих. А конкретно в Цюрихе. И эти две вещи будут взять зонт обязательно, 100%. А второе, не едьте, блядь, в субботу-воскресенье сюда никогда. Нечего будет вам здесь делать. Потому что в будние дни хотя бы открыты все магазинчики. А магазинчики здесь очень прикольные. Хочется, блядь, зайти в какой-нибудь, посмотреть, там что-то прикупить, возможно. Но нет, не могу, потому что, блядь, все закрыто. И это не может радовать, как бы. А в целом, я вот сейчас выпила, например, пивас. А, пивас, картошка. И это было, получается... Пивас и картошка фри, но очень вкусно было. Вышло мне почти в 2000 рублей. Да, да. Не скажу, что это было дешево, но было зато очень вкусно. Но это Швейцария. Что, я приеду в Швейцарию и не выпью здесь пиво швейцарского? Скажите, пожалуйста. Еще и картошку вкусную не отведу, да? Мало того, я еще пойду выпью. Короче, блядь, я проебала весь день, я вам ничего не поснимала. Знаете почему? Потому что тут нехуй делать. Хорошую погоду есть чего. Сейчас вот такая погода, кстати, она только сейчас разыгралась более-менее. Но у меня весь день была дождливая хуйня, град, блядь, смерч и все такое. У меня Саира сегодня приехала. Подписчица приехала. Скрасила мою компанию. И она из Швейцарии, получается. Ладно, она... she is from Italy, actually. Okay, not Switzerland. Today we are trying traditional Thai food, but fucking expensive. Cheers. Если в Таиланде стоит это пиво $2 максимум, то здесь оно стоит
Где-то 10. Ну, это Швейцария, Швейцария. Том-ям стоит столько же, сколько пива, да? А, чуть-чуть подороже. Да. Где-то 3-4 доллара. Здесь оно стоит 24 франка. 24 франка – это дохуя. Вот. Еще плюс рис тоже отдельно. Это 3 франка, ты только за рис платишь. Ну и вот это вот блюдо классическое. Кстати, оно было не совсем такого же вкуса, как настоящее. Но в целом окей. В целом. Но там я был заебись. Блин, ну он не за 24 франка. Плюс рис 27. 30. Ну это пиздец как дорого. А у них типа это в каждом ресторане это все окей. One more cheers. It will be great. Чё, пиздец, скажу я вам. Слышите зомбирующую музыку? Хуйня в том, что я побывала в Швейцарии, проебала дохуя денег, походила под дождем, под градом, блядь, под всей хуйней, и сейчас, когда я уезжаю, вышло, блядь, солнце, которого нахуй здесь вообще не было видно за весь день, ни разу, ни лучика, блядь. И вот только я уезжаю, и сразу солнышко такое... А я здесь? А я здесь? А я свечу и, короче, пиздец. Неприятная хуйня. Куда приятнее тратить дохуя денег, когда ты, типа, ходишь в солнечную погоду? У меня сейчас вот мой день прошел. Он паровоз. Вафанкуля. Вафанкуля. Я поеду уже во Францию, но через Брюссель. Again. Да. Да-да-да. Да-да-да. Си-си-си. Все. See you later, alligator. In a while, crocodile. Bye-bye.